У меня растут внуки. Вы знаете, я недавно была на родине. Я была на Сахалине на севере. И ко мне обратились, они знают, что мы, я мусульманка, и ко мне обратились бабушки с слезами на глазах. Они говорят, мы не хотим, чтобы нас хоронили в гробу. У нас нет ни одной мечети, нам некуда идти. Вот скажите, вот что нам делать? Были такие ситуации, там много таких людей. И здесь, наверное, скорее всего, тоже много таких людей. Они говорят, вот смотрите, я хочу учить суры. Я татарка. Я чистокровная татарка. Я хочу учить суры, но у меня здесь нет.